Пермь готовится к взлету. Совсем скоро в стране появится самолет, на борту которого напишут имя нашего города. Эксплуатировать лайнер будет авиакомпания «Россия». Она подписала соответствующее соглашение с Роспатриот-центром. Согласно документу, самолеты авиакомпании получат название городов трудовой доблести. Специальный проект названия воздушных судов в честь городов трудовой доблести приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Среди воздушных судов, которые получат имена городов трудовой доблести, будут новые самолеты российского производства «Суперджет-100», эксплуатацию которых авиакомпания планирует начать в начале 2021 года. Напомним, почетное звание города трудовой доблести Пермь получила минувшим летом. Инициативу его присвоения поддержало почти 158 тысяч жителей региона.